Состоялось второе заседание Совета депутатов городского округа Люберцы второго созыва. Парламентарии утвердили состав 6 постоянных депутатских комиссий и избрали их председателей. Также депутаты приняли решение о внесении изменений в методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений на территории округа. В том числе были обозначены обстоятельства, при которых плата не взимается. При вырубке древесно-кустарниковой растительности, уничтожении травяного покроя, под строительство и размещение объекта, финансируемых за счет средств бюджета Московской области, бюджета местного, а также объектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений, стороной по которым выступает правительство Московской области либо администрация городского округа Люберцы. По всем вопросам повестки дня депутаты проголосовали утвердительно. В заключении заседания председатель Совета поставил задачу до 20 октября каждому депутату сформировать план работы на 12 месяцев.